Мир вам! Бесіди про вічне на телеканалі Рудана. Я вітаю усіх, хто сьогодні до нас долучився. Насамперед говоримо про останнє з великих зимових свят – свято Стрітення Господнього. Належить воно до свят 12-тих, вперше з'явилося у Єрусалимській церкві і спочатку завершувала 40-денний цикл богоявленських торжеств. Відзначати Стрітення як самостійне свято першими почали римські християни десь у 5 столітті. Що ж до Візантії, хроніки говорять, що встановлення цього свята припинило в імперії мирову язву та землетруси. Слово «стрітення» в перекладі з церковнослов'янської означає «зустріч». Ні, не зустріч зими з літом, як можна почути від людей, не сильних у християнській науці. Мова в цей день іде про зустріч людини і Бога. Це свято повертає нас у 40-й день після народження Ісуса Христа. День, коли Діва Марія зі своїм обручником, стареньким Йосипом, принесли Богонемовля до Єрусалимського храму. По закону іудейському, кожного первенця, який рождався в сім'ї, нужно було принести в Єрусалимський храм, щоб поставити перед Богом. Сім'я должна принести була жертву. Багатые люди приносили овна или овцу. Бедные люди же приносили два голубя. Это была символическая жертва в знак любви Господу за первенца. Так, за законом, 40-денне немовлятко вперше зустрічалося зі своїм творцем. Але в той знаменний день в Єрусалимському храмі відбулася ще й інша знакова зустріч. Святе сімейство зустрів у храмі старець Симеон. Оці церкви говорять, що був він одним із священиків і прожив на землі аж 360 років, чекаючи на цю зустріч. В свій час він був одним із перекладачів Старого Заповіту і хотів виправити пророцтво Ісаїї, що діва народить сина. Ангел Божий зупинив перекладача і передрік, що Симеон не помре, доки на власні очі не побачить народженого від діви Месію. Пізнала у Богонемовляті Спасителя світу в цей день і старенька пророчиця Анна, яка молилася в Єрусалимському храмі. І не тільки пізнала, вона першою почала розповідати іудеям, що на землю прийшов обіцяний Син Божий. Вспомнім їх всіх, щоб і нам від них навчитися праведності від Симеона, послушанню і молитві від праведної Анни, чистоті від Божої Матері, послушанню і смиренню від Іосифа. Якщо це буде в нашому серці, то ми не тільки прийдемо к нашому Господу, Он сам прийде к нам. Важко описати радість від зустрічі людини зі своїм Творцем. Вона не буває бурхливою. Вона завжди тиха і таємна, гаряча і світлоносна, як полум'я свічки. В день Стрітення Господнього і освячують свічки в усіх храмах, ніби символ цього горіння серця людського, яке зустрічає Бога. У минулій передачі ми вже говорили про те, що початок лютого багатий на дні пам'яті видатних святителів. Саме в цей час відзначається і спільне свято трьох вселенських учителів церкви – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Церковний календар має і кілька днів, присвячених цим святим кожному окремо. Всі вони жили у 4 столітті. Кожен мав цілі партії своїх прихильників. Протягом цілих 7 віків вони сперечалися, хто ж зі святителів більший перед Богом. Доки всі троє святих разом не з'явилися Євхаїцькому митрополиту Іоанну і не повеліли встановити спільний день їхньої пам'яті. Свято трьох святителів не належить до свят великих. Це не той день, коли богослужіння при великому зібранні народу звершують абсолютно в усіх храмах. Але така традиція склалася не по цілому світу. В Греції, наприклад, де ці три святителі були найулюбленішими ієрархами, з часів турецького панування це свято стало Днем освіти, святом усіх учнів і вчителів, яке особливо відзначається в університетах. З таким пієтетом греки вшановують своїх вчителів віри.
Наш Господь прийшов в этот мир и явился солнцем правды. Он просветил этот мир. И этот божественный свет Он также посылает нам через Своих избранников, учителей и наставников, которые, как эти драгоценные камни, преломляя в себе божественный свет, дают нам по крупицам сияние божественного откровения. Святителі Василій Великий, Григорій Богослов та Іоанн Златоустий жили на перехресті двох культур-гігантів – античної та візантійської – і стояли в центрі трансформації світогляду, яка відбувалася по всій тодішній Римській імперії. Старий світ перероджувався, видавалися укази про свободу християнського віросповідування та закриття язичницьких храмів. Але разом із тим ще вчили язичницькі вчителі – ще таємно виконувалися язичницькі обряди, а новохрещені християни продовжували жити як язичники. І саме святі Василій, Григорій та Іоанн стали тими стовпами, на яких утвердився новий світ і нова християнська культура. Основа нашого учення християнського православного – це учення воскресіння, о том, що чоловік, який родився однажды на землі, він не вмирає ніколи, но живе вечно. І подтверждение этим словам, это истине, и есть строительство этого храма. Потому что когда мы совершали молебен, закладку этого храма, только началась молитва над этим местом, в небе явилось три Христа. И все говорили, люди однозначно, что это святые, невидимо присутствуют с нами. Криворізький храм трьох святителів стоїть на мікрорайоні Сонячному. В день престольного свята його наповнюють богомольці з усіх куточків Кривого Рогу. І вабить людей до цих великих вчителів не тільки їхня вченість, а й надзвичайні святі родини кожного, які через десятки століть лишаються для всіх прикладом усієї різноманітності християнського подвигу. Бесіди перевічне тривають. Я вітаю нас у студії протоиерея Олександра Горовенка. Здравствуйте. Отець Олександр, говоримо далі про батьків та дітей. Да, продолжаем воспитание. Напомним, что в прошлый раз мы говорили о том, чем воспитание отличается от дрессировки. Дрессировка – это когда ребенок поступает, потому что я на этом настоял. А воспитание – это когда ребенок так поступает, потому что сам этого хочет. И в идеале нам надо добиться, чтобы не страх руководил ребенком и даже не мотивация какой-то награды, но чтобы это было его личное желание быть именно таковым, соответствовать каким-то правилам, которые исповедуют его родители. И вот очень важный момент в воспитании, когда ребенок неминуемо, это бывает, оступается, делает что-то не так, как его исправить и как правильно сделать замечание, чтобы это послужило на пользу и ему, и не потерять родительський авторитет. Зараз це частіше так роблять зауваження, що якщо на вулиці, то перехожі лякаються, не тільки дитина, який ці зауваження роблять. Так, да, от ми плюємося в воспитання Європи і Америки. Говоримо, що ювенальна юстиція, там ніяких родительських прав, що, в принципі, отчасти правильно, но є моменти, коли родители откровенно перегибають со своїми повноваженнями і начинают воспитывать не конструктивно, а просто разрушают ребенка, буквально уничтожая его. И самый главный момент, что ребенка никогда, ни в каком возрасте, особенно там, начиная от 10 лет, нельзя унижать. Это больше всего наносит вред любому нашему воспитанию, любому нашему авторитету. Если мы начнем унижать ребенка, то мы этим самым испортим и наши отношения, испортим сам процесс воспитания. И еще что хуже, ребенок получит травму психологическую в дальнейшую жизнь, что он не сможет потом сопротивляться какому-то агрессивному воздействию извне. К примеру, вот родитель унижает ребенка, ну, говорит, ты дебил, ты не понимаешь примитивные задачи. Ты не можешь сделать то и то, что кажется родителю совершенно простым. Но на самом деле, вот в
таком вспыльчивой реакции родителей огромное зло, потому что ребенок вырастает вот с этим мнением, что он где-то не так развит, что он что-то не понимает, что он далеко не так хорош, как мог бы быть. Там вот стандартное сравнение с соседским ребенком, там, угу. ребенок соседа или соседки. И это приводит к тому, что когда ребенок вырастает, идет на работу, ему начальник говорит те же слова, что говорил когда-то папа, и он их проглатывает. Это хуже всего, потому что здесь не смирение, здесь не то, что человек там сказал, да будет воля Божья, значит, мне надо там посмиряться, значит, я слишком гордый. Нет, здесь происходит буквальное унижение человеческого достоинства, и это приводит к тому, что человек всю жизнь терпит то, чего терпеть нельзя и одного дня. И это все заложено еще папой и мамой, которые орали при выполнении домашнего задания. Что ты вот не способен развязать простейшую задачу. Ты сидишь там в интернете, в телефоне, там в чем угодно, и ты вот такой, ну не будем называть этих непечатных слов, которые мы все, к сожалению, произносим. И вот этот след унижения он оставляет после себя последствия на всю жизнь, и ребенок в итоге вырастает забитым человеком, который в принципе не может сопротивляться, потому что когда взрослый унижает ребенка, то ребенок ничего не может ответить. Даже там 13, 14, 15, даже 16, 17 лет еще ребенка можно сломать. Взрослый, если папа особенно там начальник, где-то с какими-то полномочиями, где-то при деньгах или просто самодур такой активный, он просто ломает или мальчик, или девочка, это без разницы. И ребенок не может ответить ничем. У него нет никаких аргументов, он полностью зависим от родителя. И он вот в этом подчиненном состоянии, он привыкает жить. Да, он потом уходит из дома, он бунтует, он больше не возвращается в родительский дом. Эти двери закрываются для него иногда навсегда. Но он дальше не способен сопротивляться агрессии людей, которые пытаются над ним взять власть. Але разом із тим, от ми бачимо, що саме така система, як от ви описали, да, раніше існувала у школах, як в нашій країні, так і за кордоном. Дитину буквально і били фізично, і ну, от була така система, там вішали табличку, там ти тупиця, там або ще щось там, або там не вмієш розпоряджатися там своїм майном якимось, або брешеш там, ти брехун, прям так от. Ми бачимо, що цю систему виховання змінили в школах, да? Але ну, от вона побутувала там 18-19 століття, в 20 столітті вже такого не було, але ми бачимо, що і манери людей не стали кращими разом із тим. Тобто, в принципі, от таке більш розслаблене виховання, воно теж не завжди працює. Що працює? Що треба? Діло в тому, що система школьного виховання, вона далеко, в принципі, не ушла. Я не могу говорить за все школы, я могу говорить за ту, в которой я учился, в двух школах до 9 класса в одной, потом 10 и 11 в другой, за те школы, в которых учатся мои дети, они уже одну школу поменяли, потому что, как бы, называется школа с английским уклоном. Английский уклон заключается в том, что на уроке дают три буквы, а домой дают четыре предложения. Вот весь уклон. То есть, хочешь учить, зачем нам такой уклон, если мы английский можем самостоятельно выучить. И смотря вот по этим школам, в принципе, запретили бить детей. Но как орали на детей. На меня орали, 20 лет прошло, орут на моих детей. Как унижали меня, так и унижают моих детей. Ну, я говорю образно моих детей, потому что они там на кого попало, или есть там ребенок, на которого всегда орут, учительница вот выбирает себе тех, кто послабее, выбирает себе жертву. Поэтому поколение вчителей виховували так само криком, и вони так це саме транслюють далі. Совершенно верно. Это то, о чем мы говорили на первом занятии, что раньше, если били, то всех били, всех воспитывали в строгости. А сейчас и бить нельзя, и ни к чему новому не пришли, и поэтому просто оставили крик. Крик как средство воспитания, хотя
Любой нормальный человек понимает, что на крике невозможно построить коммуникацию с детьми. И дети будут специально провоцировать на этот крик. И всегда в школе есть учитель, у которого всегда крики. Это стабильно. И есть учитель, у которого всегда порядок в классе. Ну, понятно, что и у него на уроке могут дуреть. Но есть учителя, которые вот себя так ставят, они не повышают голос. Они ни с кем не ругаются, они не требуют там родителей в школу, но они себя так ведут, что их дети вот так уважают подспудно, они безусловно себя так ведут, вот они так себя ставят. Есть, например, преподаватели, очень редко, но есть, которые с 5 класса, когда ребенок переходит в старший класс, ко всем детям обращаются на «вы». Угу. Это... Діти це дуже цінують. Да, там, Дар'я Олександровна, ну как ви так можете? Я не ожидал от вас. Все, ребенку стыдно. А можна крикнуть: «Даша, що ти робиш?» І все. І яка реакція буде? Естественно, в першому случаї стане стыдно за себе, а во второму случаї стане стыдно, що заметили. Реакція совершенно разна. І поэтому одно із важнейших правил, як исправлять ребенка. Железобетонное правило, которое работает и с детьми, и с взрослыми. В момент совершения нарушения дисциплины нельзя делать замечания. Можно остановить совершающееся какое-то зло. Например, там дети дерутся, надо их разнять. Но в этот момент говорить им нравоучение совершенно глупо и бессмысленно. Это не будет иметь никакого действия. Слова, которые вы скажете, вылетят не только на ветер, но они приведут к потере авторитета, потому что ты сейчас скажешь то, что все равно будет нарушено. Ты скажешь что-то, все, больше ты там, и дальше идет какое-то грозное наказание, которое отменится через 2 дня. То есть родитель сам не особо верит в свою строгость, он просто из злости кричит: больше никакого телефона. И через день опять возвращает телефон. У ребенка откладывается в голове, что можно перетерпеть пару дней. Да, покричит, а потом все равно вернется. И поэтому делать замечания в момент нарушения дисциплины нельзя категорически. Это приводит к отрицательным результатам. Надо остановить то, что происходит. Надо самому успокоиться, потому что замечания можно делать только спокойным тоном. Только спокойный родитель может сделать замечание ребенку, и то по прошествии времени, когда и ребенок успокоится. Например, там дети поссорились, их разняли, развели. И через неделю папа или мама говорит: а помнишь, там прошлый вторник вы поссорились друг с другом? Мне было так больно и так неприятно, что вы вот близкие. Вы самые близкие между собой, ближе, чем вы, вот у тебя никого не будет. Ты вот это самый близкий твой родственник. И мне так было больно за то, что ты такие слова неприятные сказала сестричке или братику. Все, если родитель это скажет с сожалением в сердце, то ребенку станет стыдно. А стыд — это огромное оружие. И ребенок не начнет: а он первый начал, она там первая начала. Потому что время прошло, ребенок сам прекрасно, у них чувство справедливости хорошо развито, он прекрасно понимает, кто виноват. И даже если виновата та сторона, то сторона пострадавшая знает, что она ответила сильнее, чем надо было бы. И поэтому, когда делается замечание после, в спокойном тоне, с рассуждением, с подготовкой к этому разговору, его нельзя начинать просто так, его нельзя начинать вот: а поговорю-ка я о том, что произошло 3 дня назад. Нет, об этом надо подумать, продумать все слова, тон, интонацию, настроение, что ты хочешь донести до ребенка. Ребенок обязательно, даже если он начнет там что-то объяснять, это уже будет спокойное объяснение, а не: а он первый начал. Ну, а что на это отвечать? Сейчас я буду разбираться, кто из вас первый начал. И поэтому вот очень важный момент: никогда в момент нарушения дисциплины нельзя наказывать ребенка. Потому что это не приносит никакого результата. Точно так же, как и со взрослыми. Надо сказать: стоп, так нельзя, поговорим позже. Сам успокоился, человек успокоился. И когда вы уже спокойны, можно решать какие-то проблемы. С детьми это железобетонное правило, которое всегда нарушает. Поэтому результат отвратительный и отрицательный. Надо делать замечания только тогда, когда прошел какой-то период и
Главное, буря улеглась. Дякую вам за сьогоднішню бесіду і за такі корисні поради. Ангела-хранителя.